оказались здесь на каникулах новогодних. Нам нужно, вот собирались приехать покататься на лыжах. И попали в ситуацию, когда случилось вот это вот ужасное происшествие. И сейчас нас, собственно, вот военным бортом отсюда вывозят, потому что, видимо, других способов никаких нет. В связи с этим очень хочу поблагодарить слаженную работу наших военных, наших ребят, которые нас, собственно, спасали, вывозили из этой страшной ситуации. Огромное спасибо. Дай бог вам здоровья. Ну и нам, конечно, быстрее добраться домой, потому что это все страшно и тяжело. Спасибо, ребят. Спасибо. Большое спасибо коллегам из Министерства обороны за организацию нашей транспортировки на родину.